Всем привет! Меня зовут Вероника. Добро пожаловать на мой парфюмерный канал. Сегодня я вам хочу рассказать о парфюмерии Attar Collection. Именно, конечно же, о тех парфюмах, которые у меня есть. Давайте начнем. Первый парфюм, о котором пойдет речь, это будет Crystal Love. Attar Collection. Вот такой вот красивый белый парфюм. Почему хочу начать с него? Потому что, девочки, кто решил перейти как-то на нишу, попробовать себя, может быть, действительно вообще сменить свой парфюмерный гардероб, надоел люкс, бюджет, вот это все, хочется чего-то этакого, можно начать с Crystal Love, но при этом не хочется там сверлящих каких-то нот, каких-то там, знаете, землянистых пачули, присыпанные солью, хлебом, и все это там зажарено на сковородке, но это я все утрирую сейчас, я имею в виду, что что-то такого прям этакого вы в этом парфюме не услышите. Давайте я вам скажу, что у нас по нотам. Здесь у нас фруктовые ноты, роза, молочный шоколад, белый мускус, мускатный орех, базовые ноты, бурбонская ваниль и бобы тонко. Вот такой вот у нас красавец. Что в нем чувствую я? Давайте распылим его. Когда я его только принесли, мне доставка принесла. Я его распылила, он мне не понравился. Вначале мне дала в нос какая-то горечь. Но он ехал ко мне где-то трое суток с другого города, поэтому он, наверное, взболтался. Я почувствовала какую-то горечь, что-то жжёное. Я говорю, что здесь табак или что это, я не могла понять. Хотя в нотах я вам уже зачитала, так этого явно нет. Потом, да, я услышала шоколад, это молочный шоколад. И, в принципе, на этом все. Ваниль, шоколад, молочный. Как-то этот. И горчинка меня чем-то вот это раздражала. Потом, кстати, она ушла, эта горечь. На следующий день я пошла в нем на работу. До вечера держался запах на моих волосах. Поэтому стойкость у него хорошая. Какого-то шлейфа огромного, ну, я не знаю, я так от себя не заметила, но подруга мне сказала, что запах она слышит. Я ей говорю, подойди, говорю, вот мне новый Attar пришел, Crystal Love. Она говорит, я слышу от тебя запах. Ну, то есть она услышала. Он подойдет, мне кажется, девочке многим. Мне даже он мужу понравился. Он приятный. Вот то, что я вначале говорила про горечь, потом он, видимо, у меня постоял день, и как-то она это ушла. Никакой горечи сейчас уже нет. Это, я не скажу, что это, знаете, что такое сильно слепательное. Нет, я не скажу. В меру такой вот шоколадный парфюм. Я видала и слаще. В общем, Attar Crystal Love очень понравился. Но не самый любимый. Дальше хочу перейти вот прям к любимому. Hold That Night. Ой, он, знаете, и пришел в таком оформлении красивом. У него бархатная коробка. Все так сделано, дорого-богато вообще. Все очень-очень. Красавчик. Я очень ждала его. Прям сильно. Давайте сейчас зачитаю ноты. В нотах у нас это. Вишня, корица, ваниль, красное яблоко, пачули и белый мускус. Что здесь чувствую я, девочки? Давайте распылим. Корицу. Сразу чувствую корицу. Я вообще люблю корицу. Я раньше даже ее любила добавлять в молоко. Просто вот, теплое молоко разогревать и из корицы пить. Или в кефир добавлять. Знаете, ну, я такое любила. Вот, сейчас уже давно этого не делала, поэтому корица у меня положительное отношение. Кто не любит эту специю, сразу говорю, она здесь очень сильно, ну, вы ее услышите 100%. Потом, конечно, выступает вишня. Она такая спокойная, она не мега сладкая, не приторная, она не такая вишня, как в том Форде Черри. Не такая. Она здесь, мне кажется, более кальянная. Вот если вы слышали, как пахнет в кальяне, бывает здесь запах вишни какого-то вот такого там, смешивают с фруктами, вот что-то выдает. Мне он очень сильно понравился. Он очень шлейфовый, он как-то так поднимает настроение. Замечательный парфюм, я его буду разнашивать, потому что пришел он ко мне только вчера. То есть я его еще особо не разносила. Но за это время, как тестировала на коже, показал себя хорошо. Дома от меня тоже все говорили, что пахнет. В общем, Hold That Night, любителям вишни, советую. Так, дальше у нас
на место его поставлю. Ну и азалия, которая у меня уже, в принципе, сколько она у меня? 2 недели, наверное, я снимала, в принципе, видео с их покупках, и там я о ней уже говорила. Ну, спустя вот уже 2 недели, да, я могу сказать точно свое мнение об этом парфюме. Так, давайте распылим. Хотя я его очень хорошо помню. Этот парфюм сейчас носит мой муж. Это унисекс. Я ему сказала, пользуйся вот любым. Я ему назвала, какие унисексы. Говорю, если тебе нравится, пользуйся. Потому что, ну, куда мне их мыться в них или что делать? Я пользуюсь каждый день разными парфюмами. То есть мне хочется и тот, и этот. И от Новой Зари что-то пришло. Мне очень безумно интересно. Знаете, и люкс какой-то пришел. То есть всегда что-то приходит. Идет и идет просто. Когда это закончится, когда говорит, ну, как говорит мой муж. Вот. Никогда. Я знаю, он посмотрит мое видео. Никогда. Все. Я еще себе Татар куплю Хаяти и еще что-нибудь, не знаю, что-нибудь возьму. Ну, не сразу, конечно. В общем, так как этот носит парфюм мой муж, для меня он уже кажется и мужским. Хотя флакон, посмотрите, оформление, ну, совсем вот так, чтобы мужчина себе пришел такой, купил, а у меня муж такой, вот, ну, вот прям он мужественный, то есть он там не ходит в розовых трусиках, да, скажу вам так. Ему он понравился. И на него, вот сейчас я его чувствую, и для меня это просто мужской парфюм. Но нет, он, конечно же, на мне хорошо сидит, и шлейф от него хороший. Подружка ехала со мной в такси, она сказала, что у тебя за запах? Я говорю, это Татар Азалия. Она говорит, очень, типа, такой сильный, говорит, это, ну, меня он не душил вообще. Здесь есть замечательная нота марципана, которую я люблю. Давайте я вообще вам зачитаю ноты. Что здесь у нас есть? Иланг-иланг, орхидея, цедра лимона, гелиотроп, марципан, ваниль, роза, мира, белый мускус и сандал. Вот такие вот у нас ноты. Да, парфюм мускусный, в принципе, здесь везде присутствует. Но это приятный мускус, никакой не поднючий, вообще нет. Он очень хороший. Цедра лимона, ну, иланг-иланг, да. Вот это растение, если вы знаете, как оно пахнет, у меня было масло такое есть. Я вообще стала себе покупать различные фирменные масла, чтобы знакомиться с ароматами. Конечно, в парфюме они звучат иначе, когда с другими, можно сказать, компонентами смешиваются, но все же, чтобы иметь более-менее какое-то представление. Надеюсь, масла нормальные. Вот. В общем, звонит мне мой муж. Скинь. Вот такой вот у меня обзор на мои 3 Атарчика. Мне нравятся эти парфюмы. Ну, знаете, чтобы сказать, вот это восторг такой, вот я вам искренне скажу, это для меня не восторг, правда. Чтобы они меня как-то удивили, поразили, ну, нет, хорошие парфюмы, ароматы, да. Мне, знаете, кажется, и люкс неплох, вот, и какие-то бюджетные парфюмы интересные. Вот сегодня мне пришел So Lovely от Новой Зари, знаете, да, вот такой аромат, можно сказать, как подруга моя сказала, это одеколон мужской. Для меня нет, очень хороший парфюм, например, ну, интересный тоже. Эти по-своему неплохи, как что-то новенькое для меня, поэтому я пока их покупаю. Ну, посмотрим, как дальше у меня любовь с ними сложится, их вообще нет. В общем, спасибо вам за просмотр, подписываемся, пишем свои комментарии, что у вас есть от Татар, может быть, вы со мной как-то не согласитесь, скажете, что ты нам тут рассказываешь, Кристаллаб вообще, ну, что-то в этой теме. В общем, девчонки, давайте общаться, я всегда за позитив, за разговоры, всего вам хорошего и пока-пока.